В домах жителей по улице Садовая на некоторое время прекратили подачу электроэнергии, так как на этом участке проводится замена старых воздушных сетей на новые. Работники говорят, что теперь сбоев в сети быть не должно. Свет все время мигал, и у меня даже в этом году полетел котел за 700 евро. Плата котла полетела. Сейчас как будет, новые ставят, не знаю как будет. Но надеемся, что будет лучше. По словам специалистов, новые провода прослужат не менее 30 лет. При благоприятной погоде завершить работы планируют к концу года. Старая линия вообще не соответствует никаких. Она практически в аварийном состоянии. У службы РЭС, естественно, много выездов, вызовов, обрывы и так далее. Сейчас, сами видите, это все сделано очень надежно и надолго. То есть средства вложены, хоть и большие, но они себя оправдывают. А на улице Ленина по заказу Бендерской торгово-промышленной палаты проводится замена воздушных электросетей на подземные. Кабельные линии города были проложены еще при Советском Союзе. Они на 80% исчерпали свой ресурс, так как срок их службы 25 лет. Жители домов это почувствуют, потому что есть у нас уже участки, где такая работа проводилась. То есть где голые провода были заменены на самонесущие изолированные провода. С тех улиц, в принципе, заявок, жалоб на низкое напряжение, на перепады какие-то уже не поступают. То есть качество намного выше. Государственная программа по замене электрических сетей реализуется с 2009 года. Но в связи с недостатком финансирования небольшими темпами, говорят специалисты. Андрей Малеван, Анна Павленко, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал.